И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, аниматроники сбежали с пиццерии, мы будем их должны поймать в школе, балди, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Ну что, Димон, ты готов? Кстати, в следующий раз надо наш какую нам пушку скачать, с так фильма что? «Охотники за привидениями», я видел, такая есть. Ого. Да, она мочит всех. Так, Димас, пойдем в школу Балди, будем так, искать аниматроника. Иду. И ловите. Я взял ножик, я их буду резать. А где Серега? Резать. Я их зарежу. Я тут это зарежу. По школе бегаю. В сортире зарежу. А, Серега, как всегда, обосрался. Ладно, идем без Сереги. Слышишь этот гул какой-то стрёмный? Не слышу. А я слышал. О, слышу. Во. Аниматроники сюда бегут, иди. Закрывай сюда, двери! Я дверь закрыл! Не-не-не! Закрывай двери, Димон! Да как они калатку поломали? Мужики, 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 мы свои! Один дверь сторожит, говно! Димон, ты как зашло? Двое зашло, а один калитку стоит сторожит. Даже не один. Получай, аниматроник! Так, я взял другой режек, кто был несчастливый. Башки говняшкой. Так, Димон, я иду к тебе. Знаешь что, аниматроники, они бессмертные. Нет. Да что, как я тебя не могу убить, говна? Так, надо оружие давай брать. А что-то, да, что-то другое, да, блядь? О, сзади! Давай, что-то другое возьмем, значит. О, оружие по-серьезному я взял. Да? Сейчас я там такую штуку. Ого, их там! Они что, плодятся? Тимончик, ты где? Я за тобой. О, убил аниматроника одного. Все, зачистил. Зачистил Димас. Минус один аниматроник. Так, дальше. Я стою так, что они не поймают меня. Так, берем миниган. Миниган. Ого, Димон, я нашел оружие, которое их жестко валит. А, вот что валит их неплохо. Так, иди сюда, Бонька. Я тебя не боюсь. Так, у меня есть дробовик спас. Офигенный такой. Сейчас. Давай, Димон, заходи ко мне сюда. Да как? Меня не выпускают. Ты в столовой, Димас? Да, да. Они тут закрыли мне проход, значит, своими телами человек 10, наверное. Ого, тут мангл пытается двери поломать. Ух. Вы меня спасете как-нибудь, Димон? Да, Димон, я иду к тебе. Проводите операцию, помогайте. Тут спринтра бежит, надо его замочить сейчас. Во, вот такой штукой сейчас я выберусь отсюда по-любому. Эта штука очень мощная. Димончик, иду к тебе. А ты да. Тебе Чика закрывает проход? А их тут целая куча. Ух ты лох! Блин, я испугался, Димон. Я реально испугался. Откуда их так много, прет? Слышите ты? У меня на вас патроны напасешься. А у меня есть много патрон. А, пробрался один. Так, полон бой. Наполовину зашел. Да. Сейчас что-то выберем. Так, Дима, я тебя вижу. Точно? Давай, я прочистил тебе задний главный проход. Пацаны, мы встретились. Оружие у всех полные обоймы. Как мы встретились, если вы меня не встретили? А, это не ты! Я другого челика спасал, вот блин. На них фонариком буду светить. Я иду к тебе, Димон. Держись. Давай, давай. Я пока перезаряжаю тут пушку. Их очень много, я их столько уже поубивал. Улу! Блин, я так дергаюсь немножко, он просто такой жесткий мужик. Это мы точно в школу Балди попали? Это жесткая, да. Это школа аниматроников, Димас, кажется мне, а не школа Балди. Это аниматроники сбежали. Сбежали откуда? Из психбольницы? Дидите мужики. Ааа, еще больше, Димас. Да когда? Он так быстро бежит! Так, я сейчас какое-то достану другое оружие. Дима, давай что-нибудь поярче. Да-да-да, я сейчас что-то тоже достаю получше, потому что... Не, говно. Огнемета какого-то не хватает, это офигенного. Надо запилить, кстати. А-а-а! Не, гранатомет это имба. Не повезло нам. О, наконец-то я выпал из этого капкана, короче. Давайте его. Я знаю оружие. Не, миниган с сери. А, нет, сери СМ2 не пойдет. Давай миниган. Димас, дай мне небольшую наводку, где ты находишься. Я в классе, где написано на доске fucking shit.
Ай-яй-яй-яй-яй. О! Блин, я под стол залез, он меня увидел. Получай, чика. Марионетки, марионетки. Блин, надо оружие мне какое-то. Откуда марионетки взялись? Все, Димон, я взял оружие, которое достойно их. Хорошо. Смерти. Я на песочницу забрался. Они на песочницу залезть не могут. Ого! А, заряжайся, мужик, заряжайся! Какие-то пушки вообще не дамаженные. Дамаженные, дамаженные, ты не с того пака берешь. Вот это я мужик. Мужик. На улице. Димас, беги на улицу. Я проход зачищаю центральный. Хорошо, я пока на улице буду тут сражаться с ним. Вот эту, наверное, штуку возьму. Сразу двоих принесла со мной обоймы. На. Я вижу, вижу кого-то. Это кто? Ко мне челик подошел, помогает мне. Меня потому что закрыли вообще со всех сторон. Не выпускают. Вот это у меня война должна была быть, но не до конца. Вот это они... Сколько их штук здесь, а? Ну все, вам хана. Аниматроники сбежали из пиццерии, только такое ощущение, что со всех частей по два раза. Вот это я их зачищаю, как куски тряпок. Лу! Офигеть, сколько я их вынес. А где ты, Дима, на крыше? На улице? На улице, я ж тебе говорю. Я к тебе лечу, потому что хочу посмотреть эти кишки. Кишки не вижу. Вижу кишки, вижу. Смотри, сколько я их тут раскатал. Смотри, Дима, как я нашел место классное, да? Ого! Это получается у них перемена, что ли? Это может школа аниматроников? Я тоже так думаю, это мы в школу. Вот это мясище, мне нравится. Это не школа балда, это школа аниматроников. Ох и громкий, но очень мощный. У меня пулемет очень много патронов на нем. Только у меня какая-то марионетка происходит. Хватит меня уже своими. Вот тут. Это да. Продолжаем мочить их. О, у меня есть оружие получше. Сейчас. А, марионетка опять меня когда палит. Дима, смотри, я проход чем закидываю. У меня на лице какая-то здоровая марионетка. Ого, я вижу, они... Ой-ой-ой-ой-ой, сколько у вас ого! Тут, ребята. Ого! Вот это мясо. О, Димас, ты кислотой? Это бар. Да. Все, меня убили. Смотри, я кинул вас зенок, чтобы твориться. Ого, ребята, лайк замочил его. Спасибо. Ого, давайте все ко мне. Ну типа лайк поставили, понял? Спасибо. Ты так сказал, Карл. Искренне. Мужики, все, кончилась перемена. Нет, тут они еще класс даже ломятся. Не, я сейчас, Димон, перепрыгну давай. И буду бежать. За мной. Давай. Мужики, давай, все давай. За мной, я веду. Покемон. У нас экскурсия. Ай. Серега. Ты прям на эту штуку, наверное, бежал. Я хотел так. За мной, все сюда. Все сюда. Короче, защищать химией. Буду химию кидать во всех аниматроников. Я кухню очищаю. Так. Биомусор. Аниматроники получайте. Ого, видел? Поломали там все. Получайте. Вот это у меня побег. Прям жесткий. Че, поломает, не? Все. А, я вижу, застряли. Не, у нас все нормально, мы тут с этим, с котом каким-то. Так. С котом? Да, мы тут с ним зачищаем. Блин, марионеток, во сколько много здесь? Ого! Это мясо. Офигеть, это жесть. Я испугался. Я пришел, вот, смотри, я могу открывать портал. А куда этот портал ведет? Просто в какие-то рандомные. О, класс! Ой, я черную дыру сделал. Димас, не заходи в нее. Ой, Димас. А что за черная дыра? Я могу ее увеличить еще, смотрите. И еще черная дыра, поглощающая другую черную дыру. Ого, круто! Она будет засасывать сейчас. Так она искажает пространство, как в реальной жизни. Класс!
Ого! А ну, бросьте аниматроников парочку в дырку, пожалуйста. Смотрите, смотри, сейчас. Ого! Ой, блин, я взрываю, короче. Офигеть, лагает у меня резво. Да, не лагает. Ребята, черная дыра расширяется. А что минт делает, минт? Что такое минт? А что аниматроников не засасывает? А они ж это, примагничены. Вы магнитные. Магнитные. Но они не идут туда, куда я хочу. Что не так с травой? Почему она какая-то... Дырка уменьшилась. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!